Здравствуйте. Здравствуйте. У котика очень больной вид. На что у него болит? Я не вижу, чтобы у него был больной вид. У него очень пупок болит. Я не знаю, что делать. Котик, у тебя болит пупок? Мяу. Давай-ка его посмотрим. Ну, небольшая грыжа, но надо, значит, лежать, не вставать и громко не мяукать. Тогда грыжа пройдет. Я сейчас ее немножко помажу. Все, ложитесь, пациент, вам надо лежать. Теперь идите к моему съемку поросенку. Тебе пришел доктор осмотреть. Здравствуй, поросенок. Здравствуйте. Что у тебя болит? На что жалуешься? Уши болят. Уши? Да. Ну-ка, дай-ка посмотрим. Ой, ты ж их сколько не мыл. Ой, какие грязные. Посмотрите, какие грязные уши. Ой, да. Поросеночек. Придется чистить тебе ушки. Готов? Нет. Надо. Мамочка, подержите поросенка, я ему почищу ушки, чтобы он не вырывался. У меня для этого есть специальная палочка. И второе. Ой! Мамочка, ну как же вы держите? Ну, он же мог пораниться. Все, вы здоровы. Ну, немножко полежите вместе с котиком. Хорошо. Все, мне пора. О, Господи, котенку нельзя, у него же грыжа. Лезьте.